руками. Покажите мне, как можно... Да, вот небольшой нюанс. Если что, если рукой неудобно, да, не получается, то лимфу мы делаем выжимку вот всем локтем, не касаясь, соответственно, остистых отростков, мягко и медленно, но плотно. Ну, плотно. До конца, да. И туда еще прям можно загибать, вот туда, вот туда вот. Вот прям туда, да, ага, о. Вот, хорошо. Ну и сюда можно завести тоже для... Вот, как альтернатива вот этому, этой выжимке для работы с лимфоканалами, да? Да.